Есть колода карт, все карты разные. Возможно, ты там подумал, они какие-то специальные. Все самое обыкновенное. Мне так кажется. Итак, для этого фокуса мне понадобится 4 короля. Они будут самые обыкновенные. Вот у нас есть первый король, второй король, третий и четвертый. Все, 4 короля. Угу. Можешь их проверить. Проверяй прям, щупай, трогай, пробуй какие-нибудь. А все четко. Все, хорошо, смотри. Итак, я сейчас буду их использовать, и я люблю определенную одну схему. Эта схема такая вот, король пик, король черви, король крести и король буби. Именно вот такая вот комбинация. И теперь смотри, мы будем из них использовать два моих самых любимых. Это король пик и король черви. Смотри, я кладу одного рубашкой вниз, второго кладу рубашкой вниз, и получается два рубашкой вверх. Да. Но если я сейчас возьму, щелкну пальчиком, они будут раз, два, три, все рубашкой вверх. Я повторю, это ничего сложного здесь нет. Два рубашки вверх, два рубашки вниз, переверну, щелкну пальчиком, и у нас есть раз, два, три рубашки вверх. Не магия? Не магия. Есть небольшой такой вот подвох. Я могу именно вот так вот сделать 10, 15, 20 раз, но это будет неинтересно. Угу. Поэтому, чтобы как-то разнообразить это все, я просто разверну карты, щелкну пальчиком, и у нас просто появится один туз. Это просто появился туз. Я беру, разворачиваю еще, щелкну пальчиком, ну и как ты думаешь, у нас появится просто еще один туз. Всего-навсего. Весь секрет в том, что если я разверну это все два раза, щелкну пальчиком, я тебе покажу, что у меня в руках раз, два, там, три, четыре туза. И в этот момент меня как бы все типа спрашивают, блин, да ладно, ты что, издеваешься? Где короли? Самые обыкновенные это тузы, правильно? Да. Но дело в том, что короли у нас находятся вот они в центре. Магия? Так я это знаю, это магия. Это вот. Теперь смотри, что мы сейчас делаем. Это только начало. Итак, у нас есть 4 туза. 4 туза. Опять же, эти карты мы используем. Я сейчас буду показывать, какие у нас есть тузы. Туз черви, я думаю, масти вы знаете. Туз крести, туз пик и туз буби. И что мы сейчас делаем? Мы сейчас возьмем это все и разложим. Вот так. Да. Теперь смотри, что мы сделаем. Берем теперь 4 короля, которые до этого использовали. Весь секрет в том, что фокусник показывает одно, а оно на самом-то деле может быть совсем другое. Я вам показываю то, что я меняю только по одной карте. Щелкну пальчиком, но поменяются все, абсолютно все карты. И с одной, и со второй стороны. Хорошо. Все, короли мы уже забываем, нас интересуют только тузы. Берем опять же наши 4 туза, которые мы использовали на протяжении всего фокуса. Берем их. Ну и теперь нам понадобится, опять же, взять их. Раз, два, три и четыре. Ух ты, куда прыгнул. 4. И сейчас мы их разложим в рандомном так порядке. Все, есть у нас различные махинации. Теперь мы берем еще раз, два, три карты. Случайные. Смотрите, как случайные карты. Настя. 3 случайные. Есть у нас 3 случайные карты. 3 случайные 2. 3 случайные 3. 3 случайные 4. Смотри, скажи любое число. О, корона как появилась. Теперь ты фокусник. Что понятно? Так, смотри, ты сейчас берешь и говоришь любое число от 1 до 4. Вот любое, какое захочешь. Но один нельзя. От 1 до 4 любое. 4. Есть. Раз, два, три, 4. И теперь еще одно любое число. 2. 2. Раз, 2. Это те стопочки, которые мы убираем. Теперь у тебя есть выбор между одной стопочкой и второй. Вот положи руку на любую, какую захочешь. Вот держи на ней. Окей. Уверен? Именно ты эту в итоге выбрал. Вот, да, никому. Смотри внимательно. Раз, два, три, 4. Тузов-то нету. Переворачивайте карты. А, не тот-то. Да. Именно под той стопочкой, которую ты выбрал. Вот такая вот у тебя судьба. Стойте, подождите, это еще не все. Это еще не все. Все. Смотри внимательно. Это тоже магия. Нету короны. Сейчас. Я буду листать карты, ты скажешь в любом месте стоп. Поехали. Стоп. Запоминай, например, вот эту карту. Все ее запоминай. Давай, запоминай. Все. Итак, мы сейчас возьмем это все, перетасуем. И... Скажи, вот многие думают, что я сразу начинаю там как-то подтасовывать карты. Твоя карта? Нет. Снизу твоя карта? Нет. Все очень чисто.
Сейчас я перетасую карту. И после этих всех манипуляций, я думаю, твоя карта в верхней половине. Вот я сейчас беру и подснимаю, ну, приблизительно верхнюю половину. Я думаю, твоя карта в верхних пяти картах. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь я буду их перепоказывать тебе. И твоя задача, вот если ты увидишь свою карту, мне вообще вот ничего не говори. Угу. Самое главное, что я ее должен найти. И все тоже молчите. Угу. Итак, у нас есть первая карта, вторая карта. Есть также еще третья карта, четвертая и пятая. Была тут твоя карта? Нет. А была? Да, кому? Напомните ему, пожалуйста, какая это была карта. Хорошо, я тогда. Точно? Он тут ищет просто. Вот это да. Итак, есть наши пять карт. Теперь смотри, что я делаю. Я беру вот так вот одну карту и начинаю втирать ее в коврик. И что, она рисует там? Опа! Это не твоя карта. Нет. Хорошо. Берем следующую карту. Это тоже не твоя карта. Нет. Вот, все идет как нужно. Берем следующую карту. Это не твоя карта. Нет. На елочку. Не, ну все, что под контролем. А-тя-тя. Все, у меня есть раз, два, три, четыре карты. Рукавов нету, все чистенько, правильно? А теперь внимание, внимание, внимание. Раз, три. Ты поняла? Не-не-не-не-не-не. Бери, раскрывай ленту. Если получится, раскрывай. Лента, раскрывай. Давай, давай. Давай. И она в центре колоды перевернута. Что это за? Вот так вот. Подождите, это же не все. Куда вы так меня спешите проверять? Итак, следующее, поехали. Ты видела? Так, значит, в этот фокус. Жень, всё, ты эту карту уже, ты уже забываешь? Забываешь. Вообще, вот забываешь про эту карту. Сейчас будет еще одна карта, которую уже я могу видеть. Говори стоп. Стоп. Все, берем карту. 9 крестик. Мы ее запоминаем, все запоминаем. И теперь убираем куда-нибудь ее в центр. Вот таким вот образом. Чик, и все. Смотри, что я сейчас делаю. Я делю колоду на две приблизительно равные части. Вот покажи на любую стопочку. Вот это, хорошо. Значит, эту стопочку мы оставляем нетронутую. Эту мы переворачиваем. Получается, здесь у нас рубашки вверх, здесь у нас рубашки вниз. Сейчас мы возьмем это все и перетасуем. Вот так вот наглым образом. Раз, два и три. Ужасно, конечно, тяжело, что не мягкий коврик, но все равно, я думаю, сейчас это все получится. Прям вот так вот, все жуть, жуть, прям жуть, кошмар. Сейчас, чтобы показать, что действительно все перетасовано, я тебе сейчас продемонстрирую это все следующим образом. У нас есть, получается, две рубашки, два лица, все перетасовано, в колоде полный хаос. На самом-то деле, чтобы найти нашу карту, назовите ее, пожалуйста, вслух. Какая она там была? 9 крестик. Вы уверены, точно? Да. 9 крестик. Значит, смотрите, что мы сейчас делаем. Чтобы найти нашу карту 9 крестик, нам нужно сделать следующее. Мы берем, показываем, то есть все перетасовано. И щелкаем пальчиком. И у нас одна карта только остается перевернута, а вся колода рубашками вверх. Ну и теперь напоследок, это мой самый любимый фокус. Все дело в том, что здесь у нас, смотри внимательно, 50, блин, целых аж две карты. Ну плюс еще квадратики. Я верю, не перечислю. И теперь смотри, смотри. Я тебя сейчас буду пролистывать вот так по одной карте, и ты запомнишь абсолютно любую, какую увидишь. Не говори, когда ты ее запомнишь. Ты должен ее запомнить, и все, и ты молчать. Отвечать на вопросы правильно, ну и, конечно же, не хитрить. Значит, смотри, запоминаешь абсолютно любую, когда запомнишь нее, не говоришь, и последнюю тоже не запоминаешь. Запомнил какую-то любую? Все, хорошо. Значит, смотри. А можно заново? Можно заново? Забыл? Да. Жень, о чем ты думаешь? Вот увидел какую-то, запомнил, мне не говоришь, какая. Запомнил какую-то? Все, да, запомнил. Все супер, окей. Скажи, Пелагея. Запомнил. Все, я... Точно помнишь? Да. Хорошо. Значит, смотри, ты запомнил рандомную карту. Да. Я не знаю, какая она, но сейчас мне это нужно найти ее. И первым делом я хочу, чтобы ты убедился, что твоя карта на месте. Вот взгляни так взглядом, вот видишь ты ее или нет? Да, вижу. Я ее не убирал никуда. Это точно твоя карта есть. Да. Это уже радует. Итак, следующее. Сейчас я выберу одну карту.
Сказ... Назови свою карту вслух, чтобы все уже знали это. Три креста. Три креста. Баба, именно три креста. Как так мысли? Как? Это читать мысли. Разве не магия? А вот раз теперь магия. Уже и все. Теперь можем все. Женя, ты можешь?